Что случилось с Кристиной Арбакайте? Этого следовало ожидать. Кристина Арбакайте порядком напугала многочисленных поклонников. Популярная исполнительница обнародовала фотографию, на которой предстала с кровоподтеками на лице. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кристина Арбакайте переполошила подписчиков. Певица предстала с кровоподтеками возле губ и глаза. Жуткую картину завершали всклокоченные волосы. К счастью поклонникам, ничего переживать за Кристину. Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе, поэтому сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино, неважно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль, всегда интересно. Всех с 1 апреля.